перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Привет, всем привет. Як привет. Все супер, все супер, все супер. Не магия про меня. Куда они без меня? Куда без меня? Седой, привет, брат. Да. Я посмотрел, конечно, не магию, но это уже последнее издыхание проекта. Нужно вовремя уходить, как говорится. Это уже такое слабенькое уже. А кто, если не я, помогу людям напомнить о себе. Ребят, хочу сказать, что мы все получили рабочие визы в Америку, и тур, который запланирован в феврале в Соединенных Штатах и Канаде, состоится. Так что всех наших людей я приглашаю на наши концерты. Это будет Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Чикаго, Майами и Торонто. Приглашаю всех друзей. Yo, Stoner, what up? What up? Ребят, ну про немаги, ну хорош. Ну ребята делают свое шоу. Блогеры снимают то, что считают нужным. Здесь необходимо, наоборот, поддержать. Ведь видно, что уже последние возможные ресурсы, которые у них есть, они задействуют, ну, тонут уже. Даже какашки тонут такие. Ну, что теперь? Не надо никому ничего давать, не надо никого, никаких экстремальных фото, ничего, ребят. Ну, это блогинг, это, ну, такая работа у ребят. Мне льстит, что вот такие профессионалы заботятся обо мне, следят за моей карьерой, за каждым моим промахом или каждым моим успехом. Молодцы. Всем нужно кушать, ребят. Всем нужно кушать. Вот. Поэтому такая хамба-вом-бамба. Привет, братан. Нягонь, привет. Газлайф переехал, да, в контакт, потому что по причине того, что наши партнеры по рематч не могут теперь использоваться в рамках Ютуба как рекламный спонсор. Мы переехали ВКонтакт, так что можешь заходить, смотреть там. Спасибо большое ВКонтакте за то, что они так нас поддержали, подхватили это. И мы просто переехали с одной площадки на другую. Я думаю, что это еще более расширит нашу и аудиторию, и больше возможностей будет для реализации наших каких-то идей смелых. Вот.
Привет, привет. Всем привет. Так что все, мы едем. Едем в Америку. В феврале будем зарубать там свою музяку. Так что можно на сцену с тобой выйти. Конечно. А ты откуда? Давай в эфир выйдем сейчас и решим. Привет. Привет. Как дела? Нормально, нормально. Как меня зовут? Стас меня зовут. Стас, ты откуда родом? Из Курска. О, Курску привет. Замечательно. Передам. Сейчас в Москве. 10 дней в Бресте пробыл. Где? В Бресте пробыл 10 дней. Там твою музыку тоже слушают в Беларуси. Бресте, конечно. Бресту. Поляки. Ты на сцену хотел выйти? Ну, а почему нет? А когда это сделать? Надо теперь... Ну как тебе удобно будет? Я бы хотел сына, у меня сына Спартак зовут. Хотел бы, чтобы он вышел. Ну, давай, знаешь как, а ты мне в личку можешь написать директ? Конечно. А как написать, чтобы было удобно? Ну скажи, отец Спартака. Отец Спартака, ладно. Он фильм, мы посмотрим, где-то будем, малого вытащим, конечно. Малого хотя бы на сцену просто, чтобы он вышел. Сделаем, старик, сделаем. Для малого. Пять лет малому, ему нравится все это мероприятие. Всегда. Тоже твою музыку слушаем. Круто. Ну все, давай тогда, скинь. Спасибо, день. Братское сердце, спасибо. От души. Видели, какая плакатик какой над головой висит. Саламы. Блин, а куда Киевстон оделся? Где мой бро? Сейчас я его ищу. Есть. Ребят, еще напоминаю, что сегодня у нас прямой эфир в проекте «Голос», где выступает моя команда. Нужна будет поддержка. Where you from? I'm from Ukraine, though. Original. What's good? Сидящие мертвецы, понял? Ты видишь, как его кормушка бросит пальчик, видишь? Да. Как сам, бля? Нормально, был сегодня в посольстве, брат. Все? Дали визу. Хала. Так вот подхожу, он такой. Оно real brand that you are race or a prayer plus plus in your friend of prayer for peace of prayer out to me what train of peace, а? Я говорю, да, Александр, Ростов, на данный. Real free brass security into our world. Я говорю, пою спивак, там делаем. Спивак. Спивак, он сингер, я говорю, сингер, он. Баста, я говорю, я. Yeah. Он такой, yeah, it's good, like, we can go, like. А он мне говорит такой, да, мне говорили, что сегодня Баста придет, понял. Такой сразу на русский переключился, да. Нет, ты подзамерз, да. Это я перевожу, брат. Я тебе перевожу. Мы можем говорить на американском, ты же не до конца всплываешь. Да не, брат, я в Прагу выступать еду, брат. Ах, ты европейская звезда, ты. Алло. Брат, ты только что-то переверни нормально. Ты вверх ногами читаешь, я вижу. Да, вот так. Очень сильно обидно. Ну все, брат. Ты почитай тому, кто сзади дрыхнет.
ты им почитал, они уже убили. Да да, я просто не могу приблизить, смотри. Грачу, есть почитать, чё. Ночует пацан, ладно. Хорошей дороги, так, хорошей дороги. Спасибо, брат. Так слышишь, так это, ну, что я хотел сказать, а это место в чемодане есть? Брат, для тебя беру хоккейную сумку, брат, такую разгонную. Для нас двоих, слышишь? Брат, а ты, мы вдвоем с тобой в сумке будем, брат? Ну да. Братан, мы швечно. Ну ты же знаешь, наше шоу связало, нельзя по одному, понял, никак. Брат, конечно, между нами просто сделаем перегородку, антихрапинку. Потому что говорят, что ты, братан, рвешь так, когда храпишь, да, такие сопла разрываешь просто. Я понял. Ладно, брат, у меня связь, но я тебя обнял. Давай. Все. Короче, еще раз скажу, сегодня 21:45, по-моему, мы выходим в прямой эфир «Голос», так что всем добро пожаловать, посмотреть, поголосовать за всех участников, отдайте свои голоса за тех, кто вам понравится. Вася, как пукан Димаги не горит, горит, просто разрывает вообще просто. Добряков, приветствую, брат. Когда Гуф придет в гости, ну сейчас все, он в отпуске теперь. Пару слов о Матранге, да? А чё? Хороший, талантливый пацан. Хороший, талантливый пацан. Самобытный, интересный исполнитель. Пацан. А чё конструктивно, понимаю, гироскинет? Ребят, ну, ещё раз скажу, что каждый занимается своим делом, у каждого своя работа. Ребят из Димаги своя работа. Делать такую вот желтуху, которая радует людей. Кто-то это смотрит, кому-то это нравится, кто-то в этом находит что-то интересное. Здесь нечего особенно сказать. Поэтому особо нечего тут и разбираться. Кто-то группу Бутырку слушает, что уж тут понимать. У каждого свои вкусы, у каждого свои предпочтения в том, что смотреть, с чего прикалываться, что смотреть. Ханты, привет. Кривой Рог, привет. Таня. Спасибо. Русский был очень крутой концерт. Уфа, привет. Уфа, привет. Всем спасибо за добрые слова. Ладно, все, всех обнимаю. Ребят, обнимаю. Обнимайте. Мурманск, привет. Беларусь, привет. Привет. Новосиб, привет. Всем привет. Все, хорошего дня всем. Всем хорошего настроения. Больше разоблачений.